Добрый день, друзья! Я рада, что вы заглянули на мой канал «Империя творчества». Сегодня нарисуем пейзаж, солнечный пейзаж. Для работы нам понадобится, как обычно, можете посмотреть в описании под видео. Нам понадобится бумага для акварели, можно нарисовать на формате А5, А4. Я в этот раз буду рисовать на картоне, на грунтованном картоне формата А5. Также понадобится палитра, баночка с водой, салфеточка для вытирания кисточек, гуашевые или акриловые краски разных цветов, кисти разных размеров, тоненькие, средние и большие кисточки. Кисточки синтетика, плотная синтетика. Для фона нам понадобится белый цвет, желтый и голубой цвет. Я набираю на палитру немного желтого. Смешиваю белой краской. Должен получиться светло-желтый цвет. Еще добавлю чуть-чуть белого. Хорошенько смешиваем. Такой вот светло-светло-желтый цвет нам нужен для этой картины. Так, за горизонт у нас будет ниже половины. И я начинаю закрашивать. Под картон положу бумагу. Вы можете закрепить акварельную бумагу малярным скотчем со всех сторон. Закрашиваем слева направо, по горизонтали. Дальше набираем, вымываем кисточку, хорошенько вымываем кисточку, вытираем. Можно закрашивать этой же кисточкой, можете взять совсем другую плоскую кисточку, чистую. Набираем белый цвет. Добавляем сюда чуть-чуть голубого. Должен получиться светло-светло-голубой цвет. Смешиваем водой чуть-чуть. У меня густая краска. Так. Таким вот цветом. Светло-светло-голубым цветом закрашиваем небо. Заходим немного в желтый цвет. Делаем плавный переход. У меня картон, поэтому я закрашиваю вот и края. Это можно, конечно, и потом закрашивать. Здесь у нас будет вода. Закрашиваем и отражение неба.
чистой водой. Еще раз проходимся по голубому цвету и плавно этой же кисточкой, мокрой кисточкой, поднимаемся вверх по желтому цвету. Вымываем кисточку. Чистой кисточкой растушевываем цвет. Помываем еще раз. Еще раз чистой кисточкой проходимся. Стараемся написать плавный переход. Набираем темно-зеленый цвет. Вот я приготовила синие, коричневые, зеленые цвета. Набираем зеленый цвет. У меня темно-зеленого нету, поэтому я вот смешиваю двух цветов, добавляю немного синего, смешиваем хорошенько. Нам нужен темно-травяной цвет, нужно добавить немного коричневого, темно-зеленый травяной цвет должен получиться. Мне надо еще чуть-чуть коричневого. Может, у вас есть готовый темно-зеленый цвет. Вот. Начал получаться цвет, появляться наш темный зеленый цвет. Эту кисточку я сначала вымываю, потом вытираю и чистой кисточкой набираю краску. Набираю краску чистой кисточкой. Сначала ниже, чуть-чуть ниже половины, намечаю горизонт. По-моему, еще чуть-чуть темноты добавить надо. Я постараюсь вот капельку черного взять. Черного надо только кончиком набрать, чтобы не испортить краску. Чуть-чуть. Так. Смешала чуть-чуть к черному цвету. Горизонт и берег темно-зеленым цветом закрашиваем. И ниже опускаемся по сухой кисточкой. Рисуем берег, ближе к берегу. У меня плоская кисточка круглым концом. И рисуем деревья дальнего плана. Такими вот носочками. Так крутим, вертим кисточку.
Мы уже берем кисточку, уже полусухую. Вот такими штрихами чуть-чуть. Набираем краску, густую краску наносим вот сюда вот, на берег. А полусухой кисточкой рисуем отражение такими вот штрихами. Сюда же наберем белый цвет, смешиваем чуть-чуть водой, светло-зеленым цветом. Блики. Так, у меня глянцевая краска. Видно. Эту краску пока вымываю. Вымываю, вытираю. Набираю сюда белый цвет. Белый и чуть-чуть желтого. Вот сюда на краешек. Сюда на краешек. Сюда нарисуем солнышко. Эти края вот нарисуем тонкой кисточкой. Растушевывать будем. Края растушевывать можно чуть-чуть. Светло-желтым цветом растушевываем, рисуем такие вот светлые штрихи. Добавим немножко оранжевого, капельку
капельку белого. Можно здесь и остановиться. Тут можно нарисовать много чего. Так, нарисуем травки. Здесь переднего плана травки нарисуем. Так, темный, зеленый набираем. Эту кисточку вымываем.